Всем приветики. Я тут это мотылька словил. В общем, мотылек прилетел прямо ко мне. Ко мне в комнату, где я отдыхаю. Я решил, что посажу его в баночку на ночь, а утром выпущу. Типа, окошко открою, выпущу. У меня просто сейчас все окна закрыты. Ну, вернее, сетки висят, это надо снимать, все такое. И, ну, посадил баночку. А сейчас смотрю, зашел, а там у него яйца. То есть она решила, что типа все, как бы не выберусь, надо хотя бы постопство оставить. И вон это, вот эти точечки, вот эти под ней, это все яйца. Это беленькие яйца. Их не было, там вообще ничего не было, просто мотылек был. А сейчас там яйца. Будет прикольно, если я выпущу этого мотылька, ну, утром, за окошко, оставлю эту бумажку, на которой эти яйца, а из них потом вылупятся такие же мотыльки, такие же. Будет прикольно наблюдать процесс. Хотя я не знаю, нужно ли им что-то для вылупления, ну, какие-то условия особые, или они просто так вылупятся. Было бы интересно, на самом деле, понаблюдать, но я не уверен, что, ну, типа, что что-то из этого вылупится, но было бы прикольно посмотреть процесс рождения. Вот. Такая вот штука. Мотылёк, видимо, переживал. Он сколько их поналашил? Там штук их 20, наверное. Если не 30. Ладненько, на этом все. Всем покедово.